Посещают ли вас мужчины? Еще как? Постоянные клиенты, да? Понимаете, когда не свежий вид лица или очень сильные грубые морщины, а человек бизнесмен, ну или просто человек, не обязательно бизнесмен, хочется выглядеть лучше, моложе, свежее. И это нормальное явление. А какие процедуры делают мужчины? Ну, это, конечно, и лазерные процедуры, это, конечно, и пилинги, ну, различные химические, контурная пластика, ботулотоксины. Просто для мужчин обычно другие дозировки, немножко другие препараты, потому что у них более сильные мышцы, и более им не нужно давать женственность, им надо подчеркнуть мужественность. Очень часто приходят усилить зону подбородка с помощью, то есть мы работаем как скульпторы.